Приветствую вас, друзья! Это мой новый канал. Это мое первое видео на этом канале. Я не новичок в YouTube, я не новичок в бизнесе сетевого маркетинга. Мой опыт уже 20 лет. Моя любимая компания здравствует и процветает, но в связи с сложившимися вот мировыми событиями я решила попробовать дополнительно еще одну сетевую компанию. Как вы понимаете, что на протяжении 20 лет, видя, что у меня есть определенные успехи, мне поступали предложения о сотрудничестве в сетевой компании. Разные, но я всегда категорически просто желала успехов и отказывалась, потому что я люблю свою компанию, меня устраивает доход, мне нравится продукция. К слову говоря, в какой компании я уже 20 лет, я прикреплю информацию в инфобоксе, поэтому, если вам интересно, проходите, читайте. Вот, и, в общем, приняла решение попробовать себя в другой сетевой компании. Я не быстро приняла это решение, я долго к нему шла, долго присматривалась, выбирала, потому что самое главное, вы знаете, в сетевых компаниях есть деньги, здесь можно заработать, здесь можно получить тот продукт качественный, который устроит тебя. Но самое главное – выбрать компанию, чтобы она была надежная, чтобы она была успешная, чтобы сотрудничество с ней, если уже мы вкладываем время, это самый дорогой ресурс в нашей жизни, да, чтобы эта компания не развалилась. Вот, я приняла, в общем, решение сотрудничества с компанией NL. Я уже получила два заказа, собственно говоря, о них я и хочу вам сейчас рассказать, но просто вот решила, что должна быть какая-то предыстория, с бухты-барахты не начну показывать заказ, а все-таки расскажу сначала немножко два слова о себе. В общем, та компания, с которой я сотрудничаю почти 20 лет, это моя любовь навсегда, я всегда буду с ней сотрудничать, я всегда буду пользоваться ее продукцией, но на одной любви, как говорится, далеко не уедешь. И сейчас в связи с создавшейся вот ситуацией вот в мире, вот этим безобразием, которое сейчас творится, вы понимаете, о чем речь? Я думаю, сейчас все понимают, а кто не понимает, тот тому не для того это видео. Вот. И, значит, хочу успеха, хочу денег, хочу благополучия, хочу быть здоровой, хочу снизить вес. И все эти «хочу» я планирую осуществить в жизнь, воплотить вместе в сотрудничестве с компанией NL. И на этом канале я буду рассказывать все, вот я его так и назову «Моя история в НЛ». Вот так и назову. Еще я этот канал, слово говоря, не создала. Я сначала видео записываю. Вот, создам этот канал, выложу это видео сегодня. И с почином, как говорится, меня. Значит, если вам интересна тема похудения, оздоровления, зарабатывания денег, а может быть, вы уже знаете или слышали про компанию NL, может быть, кто-то из ваших знакомых уже вас приглашал в NL, но вы так, знаете, так недоверчиво отнеслись, но вам все-таки эта тема интересна, если это так, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, нужно быстро-быстро набрать мне нормальное количество подписчиков, чтобы канал мой этот тоже рос, процветал, и как бы мое вот это время, которое я вкладываю в записывание видео, не уходило просто в воздух, а был какой-то результат. Поэтому не скупитесь на лайки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И я немножко так возбуждена, и даже не помню, сказала я или нет, но если что, повторюсь, что на этом канале я буду выкладывать свою историю использования продукта, свою историю похудения, свою историю заработка. Обо всем буду говорить честно. Насколько вы понимаете, я совершенно не предвзята. То есть это та компания, с которой я заключила договор 23 марта. Ой, простите, мая. 23 мая, сегодня у нас 30 мая. То есть, вы понимаете, неделю я в компании. Сначала я решила познакомиться с продуктом.
Потому что как я могу о нем говорить, как я могу его рекомендовать, если я его сама не попробовала. Поэтому начало, конечно, любого сотрудничества с сетевой любой компанией, это мы знакомимся с продуктом. Я заказала себе продукт, тем более я вот девочку, на которую я подписана в Инстаграм, она говорила про марафон похудения, про марафон, значит, снижения веса, вернее, не нравится мне это слово похудение, уберем его из нашего лексикона, про марафон снижения веса, который начинается 30 мая. Вот, и я, значит, 23-го я зарегистрировалась, 23-го же я сделала заказ, 22-го я очень активно изучала, и до этого где-то, наверное, ну, все-таки неделю я изучала информацию про продукцию, про компанию, вот, то есть я уже знала, какой продукт меня интересует, и 23-го я зарегистрировалась, 23-го я сделала заказ, 24-го утром я его получила с доставкой на дом, вот, и неделю я уже его употребляю. У меня есть за эту неделю какие-то уже результаты, о которых я поделюсь либо в этом видео, либо, наверное, все-таки во втором видео, в следующем. Потому что в этом видео я хочу вас познакомить с моими, ну вот показать вам заказ, что же я заказала. У меня уже два заказа, то есть первый я получила 24 числа, второй я получила сегодня. Заказала его в пятницу. В субботу я думала, что у них есть доставка, мне не доставили в субботу, в воскресенье, вот сегодня, в понедельник утром мне привезли. В общем, давайте смотреть, что же я заказала. Я заказала, ой, к слову говоря, патчи-то сами я и оставила дома, я ими пользуюсь уже неделю, патчи. Для чего я заказала патчи? Не могу вам сказать, что я очень... прямо, как вам сказать, фанат патчей, что они прям какой-то вот необыкновенный такой результат дают, да. Моя сетевая компания меня обеспечивает, с которой я уже 20 лет, обеспечивает прекрасными средствами по уходу за лицом. Наверное, это даже видно на моем лице, я думаю, и вам это будет тоже видно. Я не скрываю свой возраст, мне 52 года, 25 лет я пользуюсь, ну, может, 23, там, потому что сначала декоративка была с этим по уходу за лицом средствами, и мне кажется, что результат на лице. Ну, напишите в комментарии, как ваше мнение, может, я ошибаюсь, может, у меня пелена с глаз упадет наконец-то. Вот, в общем, от патчи у меня только коробочка, а сама упаковка с патчами у меня... дома осталось, к слову говоря, ссылку на мой Инстаграм я тоже прикреплю в инфобокс, и в моем Инстаграм вчера вечером я рассказывала про патчи также, там прям несколько сторий у меня с патчами и про патчи. Вот, в общем, честно скажу, заказала я патчи не потому, что я там какого-то жду суперэффекта, а потому что это, знаете... как сказать, это привлекает внимание, то есть это модно сейчас, вот я патчи, думаю, нанесу, и утром буду вещать о своих утренних ритуалах, о том, что я принимаю, в патчах такая вся, на стиле, как говорится, да, вот, но, значит, что так, патчи, вот для этого я их и заказала, в общем, а будет ли эффект и буду ли я довольна этим эффектом, я расскажу уже после того, как я использую все 60 штук. Ну, понимаете, 30 пар, 60 штук. Я расскажу честный свой отзыв. Сейчас то, что я могу сказать там вот минимально одним предложением, это то, что я делала эти патчи наносила утром. Они с ботокс-эффектом, они с лифтинг-эффектом. Эффект мне понравился. Сыворотки очень много. Эта сыворотка оставалась на лице. И, знаете, эта сыворотка должна впитаться в кожу, насколько я понимаю. И я ее оставляла на лице. Потом я наносила свой дневной уход и затем макияж. Ничего не получалось, потому что вот эта сыворотка, она начинала скатываться. Такие вот, очень такие большие катышки. То есть все у меня было испорчено, мне нужно было удалять всю сыворотку, умываться еще раз после патчи и потом только продолжать свой дневной уход. Мне это не очень понравилось, я поняла это буквально там с какого-то второго-третьего раза. И вчера я нанесла на ночь, вечером я нанесла патчи, затем эти патчи я
Я их покажу, отдельное видео еще сниму с ними. Значит, я 10 минут их держу здесь, потом я их снимаю, там много сыворотки. Их же я на межбровку на какое-то время, ну, там на несколько минут, потом снимаю на носогубные складки, вот сюда. И остатки уже, когда они вот такие, как тряпочки, там почти нет сыворотки, я еще вот сюда приклеиваю. То есть я максимально использую эту сыворотку, которая на патчах, вот прям максимально, до вообще вот этого нуля. Вот, и я ложусь спать с этими, значит, прекрасными сывороткой на лице, и она у меня работает всю ночь как ботокс. Мне кажется, если честно, что сегодня я выгляжу лучше, чем вчера, и вот мне, кстати, сейчас только эта идея в голову, мысль в голову пришла, и, возможно, это действие патчей. Попробую я еще и на ночь поделать, и потом обязательно с вами поделюсь. Все, про патчи закончили. Другие продукты. Я заказала две упаковки Биодрона. Это тот продукт, который я начала первым использовать. Я про него уже даже у себя в Инстаграм выложила несколько постов. Так. Значит, сейчас я свойства Биодрона рассказывать тоже не буду. Я просто вам покажу, потому что про это нужно снимать отдельное видео. Значит, здесь такое, как сказать, жидкость в таких вот капсулах. Вот это вот монодоза, 28 монодоз. Вот эта монодоза, значит, в простую воду питьевую разбавляется с утра. Вот до того, как вы выпили воду, до того, как вы почистили зубы, выпиваем этот биодрон. Какая-то невероятная энергия у меня. Я давно не была такой энергичной, честное слово. Давно, это значит не несколько месяцев, это значит несколько лет. Я не была такой энергичной. В общем, и заявляется как эффект, то есть энергию придает, но это не основной эффект, конечно. Основной эффект это... И это 100% натуральный продукт, вот. То есть вся продукция, которая производится лично НЛ, она 100% натуральная, без какой-то химии. А патчи корейские, они в компании НЛ, как дополнительные идут там средства, категория, это корейские патчи. Так, это значит НЛ. В общем, это монодоза, энергия, потом усиливает действие БАДов. Ну и, в общем, много. И против, значит, старения организма, и поддерживает иммунитет, и без запаха, без вкуса. Ну, в общем, много там каких-то плюсов необыкновенных, кроме тех, что я перечислила, у этого продукта. Начала я его употреблять, неделю пью. Пройду весь курс, и обязательно после окончания курса я вот прям подробно сяду и запишу вот подробное видео, мое первое впечатление. Я повторяю еще раз, вы понимаете, что у меня совершенно непредвзятое мнение, потому что я с компанией НЛ одну неделю. Если мне не понравится продукт, я не буду с ней работать. Я не могу предлагать своим знакомым и с незнакомым людям продукт, который мне не нравится. Я могу предлагать только тот продукт, в который я влюблена сама. Я пока в него не влюблена. Пока я его тестирую. И я в любой момент могу прекратить сотрудничество с компанией, потому что я ничего не теряю. Понимаете, да? Поэтому мое мнение совершенно непредвзятое. Так, дальше я купила детокс. Детокс, здесь три шага. Первый шаг, кстати, я хотела сказать, что мне очень нравятся упаковки. Настолько все классно, современно. Вот эти вот монодозы, например, вот это вот. Настолько все упаковано, вот приятно брать в руки. Значит, три шага. Первый шаг, все подробно расписано. Первый шаг, я просто покажу, как выглядят эти капсулы. Вот так они выглядят. Называется детокс. Первый шаг – это очищение кишечника. С этого начинается вообще любой детокс. Любой детокс начинается с этого. Очищение кишечника 10 дней. Утром, вечером по 2 капсулы. Следующее, я не буду доставать. Следующий, это второй шаг, очищение печени. Утром, вечером по 2 капсулы, 10 дней. И третий шаг, да, это очищение почек. В общем, мы очищаем организм. Биодрон нам в этом помогает, так как он усиливает БАДы, действие БАДов. И затем я перехожу на программу «Худей легко». В
чем мне поможет похудеть, значит, за неделю. Они обещают минус 3 килограмма. Я думаю, что это будет, потому что, начав употреблять вот детокс, шаг первый и биодрон, 1,5 килограмма у меня ушло за неделю. Причем я нормально питаюсь, как всегда. Я питаюсь, как всегда, я ничего не уменьшаю. Вот, в общем, я планирую 3 килограмма скинуть. У меня фото до будет весов, фото после. Получила я результат или нет, все вам расскажу. Если мне не понравится, я вам так честно и скажу. Так, в общем, я не думаю, что вы еще где-нибудь такой честный обзор услышите, честное слово. Потому что, я же говорю, ну настолько непредвзято, настолько я не заинтересована там кого-то обмануть. Мне это вообще ни к чему. Мало того, что я вообще против лжи. Я за правдивость, это у меня в характере, за правдивость во всем и всегда. Или говори правду, или молчи. Только не ври. Вот ненавижу это. Вот, значит, худей легко, результат 20 дней. Так, что здесь? Коробочка, книжка, ну это как дневник, не книжка, а как брошюра. Дневник здесь, значит, дневник питания, подробно про все продукты. Все очень тоже классно сделано, на хорошей бумаге, приятно брать в руки, приятно читать. И очень такая хорошая, хорошо доступна, изложенная информация. Здесь у нас тоже 3 шага. Первое – это драйн-эффект. Драйн-эффект – это вот такие вот саше, которые мы разбавляем и пьем тоже с водой. Про это в коробочке, смотрите, как тоже так все аккуратно, красиво. В коробочке есть еще вот такая брошюрка, в которой тоже про все 3 шага расписано. Так, драйн эффект, что он делает, ну, что он только не делает. Но сейчас я вам про это не смогу рассказать. Не смогу, мне нужно изучить информацию, прежде ее вот выдавать, знаете, в эфир, как говорится. Второе, это, ой, вы знаете, может здесь быстренько как-нибудь смогу прочитать. Так, извиняюсь. Чтобы время не тратить, не хочу. Комплексное решение, короче, для похудения. Понятно, да? Худей легко, 20 дней. Первое. Драйн эффект – это дренаж. Дренаж. Разбуди организм. Все, коротко. Не буду дальше. Второе – это ускорение обмена веществ и контроль аппетита. И учитывайте, что это все натуральный продукт. Натуральный, без химии. То есть это растительные ингредиенты. Ускорение обмена веществ, контроль аппетита. И третий шаг – это закрепление результата. Значит, драйн эффект – это саше, там порошок, который мы разбавляем. Ни разу не открывала, не знаю. Пока я пью только, я сказала вам, биодрон – это вот первые вот эти монодозы. И шаг первый – очищение кишечника, потому что с этого надо начинать. Так, теперь… А, вот так выглядят капсулы. 2 утром, 2 вечером. 2 утром, 2 вечером. Видите, они разного оттенка. А эти капсулы другого цвета. То есть разные шаги, разного цвета капсулы. Все очень удобно, очень красиво. Не знаю, я правда под впечатлением. Я уже несколько раз это повторила, но я под впечатлением от того, что это все настолько приятно брать в руки, читать, изучать. Не, знаете, не на коленке сделано, так скажем. Так, вот, это мой первый заказ. Сегодня я сначала недопоняла. Конечно, лучше делать все в одном заказе, потому чтобы не платить 2 раза за доставку. Я сначала недопоняла. Я сказала, что, вы знаете, не нужно мне вот это вот питание. Вот второй заказ мне прислали в пакетике. Он был так сильно закручен, запакован там в эту специальную с этими с пупырышками бумагу. Все... целлофан, вот это все. Я недопоняла. То есть коктейли, надо говорить коктейли, смарт-питание. Я говорю, да есть у меня коктейли моей компании. Вы знаете, они, ну, дорогущие, они такие дорогущие. Я их специально купила, чтобы снизить вес. Но нет. В общем, вес и ныне там, как говорится, зацементирован. Вот, потом я поняла, что с этими, и я решила, знаете, вот эти коктейли добить, потому что они дорогие, у меня еще 3 пачки моей компании, вот, и потом поняла, что нет, это коктейли, знаете, как дополнительные, как белок, да, а это вместо замена питанию, это замена питанию.
Вот. С разными вкусами. Было три вкуса было. Один из них был, кстати, кофе, капучино, по-моему. Но пока я телилась, я не туда-сюда думала, заказать, не заказать, оставить мои или заказать новые. Все, это один вкус пропал, поэтому пришлось мне заказать, а мне нужно было три коктейля, так как на марафон похудения они нужны. Значит, здесь в каждой упаковке по 7 штук, то есть 21, да, 21 неделю, 7 дней я на марафоне, и там 3 раза в день нужно вот это вот употреблять. Посмотрю, как это пойдет, как, что это за вкус, не знаю, не пробовала. Вот начну, наверное, марафон сегодня начинается, наверное, вечером нам объяснят, что к чему, и завтрашнего дня мы уже начнем делать, я так думаю, все. Так, вот, в общем, вот так выглядят 7 упаковок. Это питание, то есть это вместо еды. Это фисташка со вкусом фисташки, я заказала 2 штуки. И лимонный, как он называется, бисквит, лимонный бисквит он называется. Кофе был в такой же упаковке, но закончился. Так, лимонное печенье, вот так, это тоже как перекус, понимаете, да, вместо питания. Вот, вот такие вот Саши, тоже плотная такая коробочка, вся информация есть. И еще я вижу, я только сейчас открыла, кстати, что и информация также про коктейль. Все подробно, все культурно. В общем, буду делиться с вами. Интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду худеть. Буквально через неделю я уже поделюсь результатом. Да, его будет видно на лице, понимаете? То есть я обмануть даже никого не смогу. Минус 3 килограмма на моем лице будет видно очень, я вас уверяю. Вот. Ну, давайте пока вот фисташка прочитаем. Пока еще время есть. У меня немножко минут есть на запас, значит, на этом памяти для записи видео. Так, способ приготовления 200 миллилитров, одно саше и смешать. То есть нужен шейкер. Шейкер у меня есть от предыдущей компании. Одну порцию сухого продукта 50 грамм развести 200 миллилитров воды комнатной температуры, интенсивно взбивая в закрытой емкости шейкере, употреблять сразу после приготовления. Ничего не знаю. В общем, пока я вам сказала, держу первый раз в руках этот продукт. Попробую, расскажу. Так, а к слову говоря, у фисташки нету книжечки никакой, там с описанием там или с чем. Но здесь, знаете, что есть? Здесь есть вот подробная вся информация. В общем, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем мой канал вместе с вами продвигать, растить, взращивать и делать успешным. Вообще делать успешным не мой канал, а нашу жизнь. Делать здоровой и успешной. Не получится здесь, будем искать другие варианты. Но у меня большие надежды. Я вижу здесь перспективы. Да. Вижу перспективы роста, возможности заработка и перспективы оздоровить свой организм. Что в моем возрасте, который я уже озвучила, да и вообще в любом возрасте важно, а в моем тоже. Я понимаю, что все мы состаримся и... Значит, дольше 100 лет точно жить не будем, но качество жизни имеет значение. Когда ты здоров, когда ты относительно здоров и когда ты нездоров. Все, всем желаю, через день будет лето у нас, всем желаю счастливого, успешного, мирного, доброго лета, солнечного. Пока-пока.